Сотрудники ЛОВ-ДТ провели беспрецедентную для Печоры акцию. Они сожгли гигантскую партию гашиша. Огонь уничтожил сотню 80-граммовых цилиндриков спрессованной наркотической пыльцы. Эта партия шла в Устинск, но чуть раньше поезда в Печору прибыла информация о наркодилере. Провели проверку, и преступник был пойман. Такие крупные партии в нашем городе – большая редкость. Как часто это зависит от того, сколько изымаем, когда и приходят приговоры, исполнение в части уничтожения доказательств вещественных, тогда и происходит уничтожение. Но такого большого количества, конечно, давно не было. Сегодня по исполнению приговора суда в части уничтожения вещественных доказательств уничтожается наркотическое средство гашиш в количестве 8 килограммов, который в марте месяце был изъят сотрудниками Печорского ЛОВ-ДТ у перевозчика с южных районов России. Стоимость сгоревшего примерно 8 миллионов рублей. Этого гашиша усинским наркопритоном хватило бы надолго, но видно не судьба, от крупной партии остался только пепел. Алексей Петров, Виталий Равенко, Печорский калейдоскоп.